В последней анге обоих мантр, первой мантры и второй мантры, звук га можно заменить на звук гам. Последняя анга будет звучать так. Те, дхам, дхим, дхам, дхе. Дхе – это первый звук уже следующей мантры. Вся мантра будет звучать так на примере первой мантры. Дхе, два, три, та, те, ри, те, ри, те, та, ге. Те, дха, те, дхам, дхим, дхам, дхе, два, три. Та, те, ри, те, ри, те, та, ге. Те, дха, те, дхам, дхим, дхам, дхе, два, три. Три та те ри те ри те ри те дар, и те гадха те дам дим дам дей два три.